Всем привет! И пока я готовлю очередной выпуск об актере или актрисе, я бы хотел узнать ваши знания о фильмах. Но для начала небольшая трагическая новость из мира кино. Вчера в возрасте 90 лет во сне умер британский актер Шон Коннери, которого многие из вас запомнили по фильмам «Скала», «Горец», «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход», а также в роли агента 007 Джеймса Бонда. Ушла еще одна легенда кино. Ну а теперь сам конкурс. Я называю вам экранное имя и фамилию. Вы мне должны сказать, какому киногерою оно принадлежит. Ну, например, Курт Слоун. Это у нас Жан-Клод Ван Дамм с фильма «Кикбоксер». Чтобы вам особо не припариваться в знании фильмов, я буду вам, так скажем, на картинке давать подсказку. А некоторые из вас, а я думаю, многие, отгадают все без картинок. Погнали!